Лидер нации в 15-м микрорайоне города Куляба также в этот день сдал в эксплуатацию 9-этажный жилой дом. Дом, предназначенный для государственных служащих, построен при финансовой поддержке правительства страны Центром координации проектов по реабилитации и развитию объектов социальной инфраструктуры. Проект разработан открытым акционерным обществом «Шахруфар». 9-этажный жилой дом состоит из 36 квартир, в том числе 18 двухкомнатных и 18 трехкомнатных. Общая площадь составляет 3000 квадратных метров. Вокруг объекта проведены работы по благоустройству, создано все необходимое для прогулок и отдыха жителей. В частности, построена отдельная детская площадка с развлекательным оборудованием, а вокруг здания установлены скамейки. Внешний вид здания украшен предметами с высоким архитектурным искусством.